Так, а кого мы еще ждем? Лыжи Кристины. Так уже а вот лыжи Кристины. Нет, еще одна. Хотя я не знаю, я назвать. Значит, все. Это она тебе звонила. Значит, а, все, тогда вопрос. Кристина с вами? Тогда Сергей. Нет, не с вами. Горбунов. Пойдем. Была здесь, она сама приехала. Она пошла в аптеку. Она, по-моему, в аптеку пошла там за. Ой, извиняюсь. Да, из девочек положил. Мне говорилось еще. Вот, все, записал. Лыжи там. За рук. Он сказал, что они разрулили без меня. Кто-то из девочек нужен за рук. Кто-то из девочек за рук. Ему не говорите. Он увидит все в блоке. Спереди нас едет Артемий. Он сейчас останется сзади. Андрюх, давай портанем немного. Присануть их совсем чуть-чуть. По-дружески. Ребята первый раз снег за год увидели. Слушай, такие классные горы. Ты видел водопад? Нет. Пойдем. Пойдем. Так, если ты делаешь со своей машиной дома, не надо в гараже. Артём, Артём! Артём, там, там! Артём! Что ты говоришь? Там же помидоры! Света! Ну так. Ну в теннис можно играть, он бросил. Ладно, чувак! Смотри. Ну здесь прикольно. Открой окно, дядя. Ну понеслось. По чуть-чуть. Тормози меня, мусор. Прописки молдятся никакой. Я отвечаю спокойно. Мой адрес сегодня такой. Яу! Рейк, подарки забирают! Выкидываем! Так, ловите! Андрей? Спасибо. Так. Living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl, still trying to get in. Добро, дорогие чат. Ты будешь это снимать, да? Спасибо. Сереж, быстро. Сейчас же. Серафим проконтролирует. Я не могу. Я тоже это не выгодно. Мне надо штаны приодеть. Давай. Слушайте, но я же не пойду в туалет штаны переодевать. Слушай, если она выключит камеру, она переодели штаны здесь. Ты понял, до сюда? Окей, окей. Я буду себя снимать. Давай. Своё выражение лица? Переодевай штаны. Он себя снимает. Давай, Марин. Я пошла в туалет, я поняла. Ну я ж не снимаю. Ты обещала. Ты обещала. Артём пришёл к своим истокам. Чё, кататься захотел, да? Чё, модный, да? Сноуборд есть? Если найду. Всем привет.
Ребят, тут творится. Привет. А я могу пока разговаривать. Я в очках не потому, что это круто, а потому, что они примерзли меня к глазам. Сегодня мы увидели статью в газете, что разыскивается мужчина, который украл евро. Зачем ты сумму называешь? Переснимай. Я запикаю. И разбрасывался именно на заправке. У него в багажнике была мертвая шлюха. Тоже. Это у ребят денег на кофе просто нет. Света самый крутой из нас лыжник, она просто... Они просто не щадили гору, они... Они мега спуски делали. Суперпрофессионал, входила в поворот лежа. Лежа я входила во все повороты. А сломальная здесь пал. Пока не покупайте линзы. А что у тебя случилось? Я линзы вынимал. Да ладно. 20 минут, наверное. Я вижу всю боль. Я вижу боль в твоих глазах, Серёга. Левый вытащил быстро, а правый-то есть. Мы можем погоду вливать на погоду, а если накроют, вода дорезуют до нашей беде. Всем привет с высоких гор. Все. Всем спасибо. Это было самое содержательное видео, которое мы когда-либо делали.